Это Владимир Иванович. Он сегодня у нас купил электрический самокат «Етал». Скажите, Владимир, как ваше настроение? Хорошее. Довольны ли вы обслуживанием в нашем магазине? Да, нас все устроило. Хотели бы вы посоветовать нам что-то улучшить? В принципе, немножко пошире сделать фойе. Фойе. Ну, магазин, да, побольше, да. Переехать? Понятно. А почему выбрали именно наш магазин для покупки? Нас устроило еще и по интернету мы все заказывали. И менеджер, и цена. И цена. Хорошо. Будете ли вы нас рекомендовать друзьям и знакомым? Да, конечно, обязательно. Спасибо вам большое. Есть ли у вас что-то такое, что вы хотите добавить? Ну, там, от себя. Хорошо бы в фойе организовать небольшие сиденья. Хорошо, для удобства. Да. Спасибо вам большое за отзыв. До свидания. Спасибо.